Привет, друзья! Желтая история из Китая. Родители китайских мальчиков с содроганием сердца ожидают момент, когда их сын женится. Все из-за местных традиций, по которым мама и папа жениха должны выкупить невесту. Форма и сумма выкупа может разниться в зависимости от провинции. Но в любом случае деньги это немалые. Так, например, по информации издания «Жэньминь Жибао», в Пекине родственникам жениха необходимо выложить за невесту 200 тысяч юаней, более 30 тысяч долларов, и подарить молодым квартиру. Подобное можно встретить и в других странах Азии, а также в Африке. У нас тоже существует традиция выкупа невесты, однако она имеет больше символический характер. А в последнее время многие молодожены и вовсе от нее отказываются. Мать и отец Хе Пинвея из провинции Шанси обрадовались, когда сын сообщил, что нашел свою суженую. Но в то же время они и понятия не имели, сколько родители невесты запросят за нее. Ведь девушку зовут Инесса, и она переводчица из Украины. А с местными запросами родители жениха были незнакомы. Какое же было удивление китайцев, когда родители Инессы не потребовали ни копейки. Удивленный отец жениха сказал: «Родители девушки не назначили цену за нее, а также не потребовали, чтобы мы купили машину или квартиру». Свадьба состоялась 8 марта, и для городка, в котором родился и вырос жених, это стало настоящим событием. Свадьба была довольно простой. Мы готовились к ней всего неделю. Наши родственники сказали, что еще никогда не видели жениха перед торжеством таким спокойным и расслабленным, поделился отец новоиспеченного мужа. Сейчас Инесса и Хе заняты созданием собственного бизнеса. А через несколько лет пара планирует поехать на родину девушки и закатить там еще одну свадьбу. Однако в этот раз по местным украинским традициям. Удивительно, как сильно могут различаться взгляды на одни и те же вещи в разных странах. Но перед любовью все равны, ей все равно на отличие культуры и менталитета. Так что давайте пожелаем успехов этой замечательной паре. Если этот ролик показался вам интересным, не забудьте поделиться им с друзьями. А свое мнение на этот счет пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.